Всем привет! Всем привет! Где мы находимся? В Кока-Кола! Это очень прикольная, очень необычная комната. И пока мы не обследуем каждый ее кусочек, каждый шкафчик и каждый ящик, мы спать не ложимся. Ага. Готовы исследовать? Да. Ну, давай, поехали. Да. Мне кажется, мы не должны так орать, просто соседы нас. А что нам соседы? У них просто нет Кока-Колы Рум, вот они нам завидуют. Вот у нас такая обалденно крутая комната. Посмотри на эту вешалку. Вешалка крышки Кока-Колы. Одну кто-то стырил. Кто-то стырил крышку одну. Вот это да. У нас еще вот такая кровать есть. Тут есть Твикс, Кока-Кола есть. Вот тут. Ну, значит, надо начинать. Я хочу вот эту фанту. О, и фанта есть тоже. Я хочу фанту. Еще шоколады. Ой, как все вкусно тут. What the Fanta? What the Fanta? Синяя Фанта. Интересно, что за Фанта? А у меня какая? У меня какой-то фрути-шмути. Я хочу попробовать. Ну, я разлил. Это похоже пупырь. Обалдеть, вот это сладкое, вкусное. О, это мистери флейвор. А зачем тут чайнику, скажите? Это что, сюда наливать Кока-Колу кипятить, что ли? И делать кока-кольный чай? Тут еще есть шоколады, но это неинтересно. Так. Кровать удобная? Да. Ура! Ой, хорошая. Кстати, ну, вот. Смотри. Желейки. Желейки. Давай, давай, давай. Давай по одной. Целый ящик желеек. Я хочу сам. Я думаю, зрители уже знают, что кока-кольные желейки мои любимые. А сейчас начинаются мои самые любимые кока-кольные. Вот из всех желеек. Да, он обожает кока-кольные. Я люблю кока-кольные. ASMR. Вкусно. Кола. Кола? Вау. Да, прикольно. Маленькое такое. Кого угостить? Кто хочет попробовать? Я. Если что, это дайет кола. Дайет кола. Это для нетолстеющих, да. Я не знаю, где тут открывалки. Я когда-то так умел. Ага, не получится. Сейчас получится. Эй, немножко. Не разлей на мои сейчас носки. Опача! Кока-кола на потолке! Все, ничего нет! Все, красота! Потирается! Ну, правда, полотенце придется постирать, ладно. Проверим, если что-то там на другой стороне. Ух ты! Тут есть желейки, но не кислые! Еще они? Желейки? Да, еще желейки, но они не кислые! Без вот этого... И без просыпки, да? Да! И вот тоже кока-кольные! Это даже лучше, чем без... Тебе помочь, Кать? Давай я помогу. Да, давай. Или Макс. Смотри, чая. Целый ящик. Кока-коля. Она со вкусом кока-колы, мне кажется. Это Гарибо. Конечно, со вкусом кока-колы. Со вкусом кока-колы. Телефон кока-кольный. Закажи, смотри, кока-кола. Закажи нам, пожалуйста, кока-колы в номер. Можно я закажу у вас 20 кока-колы и 30 дайс? И ванилу, и черри еще. И ванилу, и черри. Да, да, все. Все вкусы давай. Все вкусы давай. Спасибо, пока. Все, это было самое вкусное. О, давай попрыгаем. Кстати, даже вкуснее, чем с присыпкой. А ну, прыгательная кровать. Она прыгательная. Класс. Боксы! Вау! Это моя! А подожди! А мне! Я с тобой! Три снэк-бокса! Я с тобой! Ну давай, давай! Давай посмотрим, что там! Давай! Снэки Кока-Кола? Я не понял! Это... Что это? Кола! Кола! Поп и кэнди! Да! А, это трещалки! У меня... Коста! У меня круассаны! Это ж Коста! Маршмеллоу флаф. Угу. Лолипоп кока-кольный. Вау. Маршмеллоу я люблю. Это классно. И кока-кольный сертификат. Вот это да. А вот у нас еще что. Что это? Это спагетти баблис. Это что такое? Бабл? Давай открываем. Баблис, спагетти? Сухие макароны, что ли? А что, уже в снэкбоксах дают сухие макароны? Может, их варить надо? Я знаю, спагетти болоньез. Смотри, это нельзя открывать. Это надо
туда принести, поставить на чайник и ждать. Точно. Вообще, мне кажется, там ошибка. Спагетти болоньез, а не баблез. Я не могу терпеть. Не сложно. Они синие. Покажи. Это вообще не спагетти, это, как это называется, лапша или как это, короткие, короче. Это жвачка. Ну, вкусно. Что? Это жвачка? Реально? Похоже, да. Точно. Бабушка, это дуть пузыри. Точно. Я бы уже поужинал. Кать, давай, может, круассаны твои покушаем с вот этими флаффи-маршмеллоуами. Прям круассаном макать туда. Точно. А, я вижу, есть ложки. Там все есть, смотри. Тут есть смоки. А смотри. И котфилм. Бабл-гам. Еще кока-кола. Еще это печеньки, что ли? Нет, это шашки. Шашки? Вау, так давай будем играть или покушаем сначала? Да, сначала покушаем. А смотри. Это вообще эксклюзив. Это бабл-гамные бутылки с кока-колой внутри них. Короче, мы тут за кока-колимся вообще. Угу. Теперь я буду. Вот это я буду пить. Класс! А я тогда вот эту. Окей. У меня какой-то, что это, спайси? С перцем, что ли? Тогда я смоки попробую. А ну-ка. Ой. Сейчас. Нет, черт, нет. Вот так. Нет, да. нет. Есть. Оу, есть. Спайси, кока-кола. Сейчас. Нет. По-моему, да. Там есть перец чили. Реально? Да. Или джинджер. А, тут джинджер есть. Еще что-то пекучее. Помочь тебе тоже? Да. И раз. О, есть. Прошу, спасибо. Тебе тоже. И как класс. Вуди? У тебя вуди, да? Да. Это, это копченое, наверное, со вкусом дерева. Я не люблю. А у Кати будет А, у Кати копченое. Смоки, да, с дымом. Так, сейчас и... Есть! Да. Прошу! А из-за этого невозможно быть сик? Да нет, нет, тут все будет. Окей. Ну что, приятного... Молодец! Реально копченая... Копченая селедка как будто бы добавилась сюда в кока-колу, да? Я хочу попробовать, и одновременно не хочу. Так, спайси неплохо. Давай будем пробовать все подряд. Это смоки. Ну, да, на любителя. Как будто бы она с углем каким-то, с дровами. Спайси. Так, мы вообще-то собирались кушать маршмеллоу, точнее круассаны. Спайси. Правильно? Точно. Так, вот самая вкусняшковая штука. Два круассана только. Опять? Не тебе. Да? Оно! Ладно, поделимся. Ты же со мной делился. Вот оно. Круассанчик мой. А, как пахнет. Ну, очень вкусный, но он сейчас будет вообще бомбейский. Вот подожди, такой. Подожди, тут есть PlayStation 4. Вау. И вот такие игры. Бэтмен и Crash. Бэтмен и какой-то Crash. Там еще есть смэк-холодильник. Сейчас все увидим. Мне сейчас все. Сейчас пускай весь мир подождет. Мне никакие PlayStation сейчас не интересны. А особенно холодильники. Вот. Вот это красота. Я первый! Кусай, ты кусай! Ну давай, мне Катя разрешила. Держи. Я снова! Я хочу! А, давай, вот так, держи. О май гад! Это вкусно! А я с моим типом буду кушать. Ну, много! Кать, побольше надо, побольше! Ой. Побольше. Побольше, повкуснее, послаще. Ах, это просто бомба. Так что, перекусили? Угу. Так, идем в холодильник. Давай смотрим, что там еще есть. У нас что, два холодильника? Нет. Вау. Это мои рисы пошлю. Это завтраки. Мои. Так, а чем заливать хлопья в кока-коле руме? Кока-кола. Или можно фантой? У нас даже фанта есть. Да. Вау, обалдеть. Все, выбрали? Да. Какой у тебя? Фрутлупс? О, каждому попало их любимое. Подожди, так, если это не холодильник, значит это холодильник? Да, это смэг. Он какой-то не кока-кольный. Он смэговский. Да.
неправильный. Ну давай откроем. Принглс! Пап, конфетки! Конфетки! Вот это не Кока-Кола! Вот это не Кока-Кола! Вот это не Кока-Кола! О, я нашел, чем заливать завтраки. Шоколадное молоко. Стаканы Кока-Кола! О, вот это класс! Вот это класс! Есть Кока-Кола и стаканы. Мои стаканы! О, нормально, уже ногами закрываем. Ну что, наливаем нашу Кока-Колу? Ты взболтала, сейчас будет взрыв, значит, у тебя. Ое! Во, вот так по-нормальному, смотри. Просто обычно так никто не делает. Надо осторожно открывать. Сколько поместится в стакан? Поместится бутылка? А ну, делаем ставку. Я тоже. А у Макса не... У Макса не пенится. Я понял. У Макса обычная Кока-Кола, она почему-то не пенится. А у нас это дает, и она почему-то сильно пенная. Есть, смотри, как раз стаканчик. Я на вкусная. Супер. Кока-кольная пена. А смотрите, какие тут тумбочки кока-кольные. Целый ящик. Подожди, пап. Мы неправильно пьем. Drink Coca-Cola in bottles. In bottles? Блин, надо переливать обратно, что ли? Ага. Бутылку? Мне интересно, если тут написано drink. Так что, наверное, тут что-то есть. Ну вот, есть Coca-Cola. Не, внутри. А? Что там? Целый ящик? 24 вот там. Макс, у тебя неправильный ящик. У тебя Кока-Кола в банках, а там что написано? Drink Coca-Cola bottles. Фанта. Вау, круто. Шашки. И шашки кока-кольные. Кстати, ну там эти, так не... Ай, фанта упала. О, наверное, тут там так разболтано. А что вы тут? Что, шашки? Нет, вы тут. Еще один ящик. Ух ты, тяжелый. Кстати, вот шашки, Катя не показала. Кока-кольные шашки. Класс. Это, наверное, обычная, а это зиро. Я думала, нас обманули. Я думала, бутылка, то есть не бутылками, а... Крышками думала. А нет, это другие крышки. Это как будто бы крышки, да. Другие крышки. Класс. Еще один ящик. Там тик-таки, там есть бутылки. Так тик-таки непростые. Пап, что это за кола бутылс? Может быть, это те, которые филд вот литр? Это же фанта! А как ее открыть? Подожди, стоять. Нам надо сгущенковая открывашка. Мы не сможем открыть. Ну давай просто ложки, ложки! Это не желейки. Ты тик-так, я тебя видела? Стой, откуда-то там есть вода на мне. Типа дождь. Дождь? Ну на улице дождь, там фонтан даже. Ой, посмотрите. Тут на каждом тик-таке Кока-Кола написано, на каждой конфетке. Точно! Вау! Обалдеть, еще такого не видел. Вау! Это просто фантастика, смотри. Посмотри. Это типа такие Кока-Кола кэнсы. Ну? А вкус? Кока-кольный? Реально! Вау! Обалдеть! А смотри, тут какая. Тебе и с лимоном, и с вишней, стой, с ванилой. Кать, ты заказывала по телефону. А что, уже успели принести? Наверное. И ванила, и все, что я заказывал. Пока мы там гуляли, она вот уже и заказ наш оформился. Опять! У нас уже почти. Сможешь, Кать? Так давай хоть откроем этот ящик, а что он зря стоит? Давай. Раз, раз. Пап, это fake compass. Смотрите на это. Смотрите на это. Нет. Смотрите на это. Фух, а это кровать, видим? Стой, там вот это. Опять. И опять drink Coca-Cola in bottles. А значит, вот это все мусор, это все, уберите, пожалуйста, это неправильная Coca-Cola. Выбросите. А вот это правильное.
теперь примеряемся, кто где будет спать. Окей. Чур, я наверху, а я наверху. А где? Я буду за рулем! Кстати, она даже для меня, даже моего размера. Да не сломаю я ее, что ты ее сломаю? Ты знаешь, мне даже нравится. Я не буду под тобой спать, мне стрёмно. Да? Что, мне придется слезть? Ладно, пойду спать на большой кровати. Да, туда, туда. Спать, туда. А я буду тут за рулем. Тут кнопочки. Бим. Бим. Класс. Это мой будильник. Кстати, написано, кровать 6+, значит, мне можно там. Что мы тут еще не проверили? Туалет. Точно. Может, там не купаются в Кока-Коле? Может. Это ж кока-кольная руна. Румна. Румба, папарапумба. О май год. Это что? Тут завал. Только Кока-Колы? Ну так какого количества? Мы точно не выпьем. Я знаю. Подожди, мы в ванной, и тут куча Кока-Колы. Да. Может, нам надо ванну из Кока-Колы принять? Так давай так и сделаем. Давай. Давай, но нас точно прибьют. Кто? Это наша Кока-Кола, что хотим, то делаем. Но выпить я ее не смогу. Сколько поместится в мой живот? Ну вот это, и может быть еще вот это, и все. О, а что если в кранах Кока-Кола? А давай проверим. Ага, давай. Окей, 3, 2, 1, разъел. Нет, это спрайт. Да, спрайт. Так что, попробуем? Давай. Давай, но только закрыть надо слив. Да, конечно. Точно. Мы поехали? 3, 2, 1. Поехали! Сколько пены! А что если мы туда ментос поставим и... Там будет... Хорошо, что здесь не было ментоса. Да. Да, с пеной ванну не получится принять. Будет просто кока-кольная. Да. Она уходит! Она вся ушла! Дело не получится. Ванны с кока-колой нам не видать. Видимо, это нам вот на один день приготовили, столько попить. Да. Ну, давай, не будем зря тратить время, будем пить. А что делать, то же не оставлять, что ли? Да. Ой, жаль, конечно, что с ванной не получилось. Было бы прикольно. О, мы про шашки-то и забыли. Точно. О, вот крышки. Вот они. Что? Ну давай, о! Крышковые, ну давай уже, давай. Да. Есть! О, давай, я впереди, я буду... Я красный, я красный. Стоять! А, точно! Я красный! Прикольно, красный, а то какой? Белый. А где красный? Вот. А, вот. Красный и белый, обалдеть. Класс. Круто. Такая большая коробка, я думал, там побольше всего. И? Класс. Класс, реально прикольно, очень. Белый первый. Окей, ладно. Давай. Ты ж белый. Так вот, пожалуйста. А, окей. Окей, я тогда так. Так. Ноу! Как ладно? Так. Так, ноу! Как-то скучно с вами. Вот. Ноу! Тут какие-то пини-колобуры. А мне тут будет веселее. Я тут займусь распаковкой. Распаковкой? Ну тут икра. Давай, ходи. Бип. Можно. Или вот это. Вау. Мини-кока-кули. Ой, что это такое? Интересно. Чёрно-кокон Liquid Field. Это можно откусить крышку, потом выпить и потом пожевать. Ням, давай попробуем. Вау. Такая мини-кола. Окей.
Ням, вкусно. Ням. Мальчики, вы это должны попробовать. Что там у тебя? Что это? Вау! Это жвачки с кока-колой внутри. Вау! Целый ящик. Я первый. А что первый? И Катя первая. Ну-ка. Это надо откусить. Прикольные такие же. Надо крышку откусить, потом выпить и потом скушать. Да? У меня нет ничего. Я уже съел. А, вот. А, ага. Да, вот так. Там сироп. Ага. Кока-кольное варенье. Я сейчас с собой возьму. Ага. Я с собой тоже. Смотрите, что там есть. Мяч. Что, шашки, когда есть мяч? Да. Авария. Класс. Из этого мяча у нас уже две лужи. Капец. Надо убираться. Ну все, я уже вытер. Чувствую, пора отдыхать. Я уже устал. Капец. Еще и уборщицей тут поработал с вами. Фух, все, я спать. Я тоже. Я как будто бы попал в детство. Это самый крутой номер, в котором я когда-то жил. Вообще бомба. Нравится наш номер? Наш отель и вообще наши приключения? Ставь обязательно лайк. Вот такой. Палец вверх. Вот этот. И подписывайся на наш канал. И всех до новых встреч.